Прервалось видео. У меня вот у меня получается ревень. Я уже вчера женщина приезжала, я ей давала клубники, накопала щавель, вот просыпается моя вишенка вот эта, и на улице такая же проснулась. А вот в саду еще та ничего не проснулась, еще спит. Я сделала вот такую бочечку снадобья вкуснятины для овощей. Это навоз у меня говяжий. И я сюда еще добавлю куриного помета. Помета и крапиву насобираю. Так, это у меня все для посадки томатов. Вот так я высадила одну. Опа-на. Ну, все поломала. Одну сторону томата вот так высадила, поставила. Тычки у меня пока ничего такого нету. Я хотела с арматуры. Но я все не нету ни времени у меня туда доехать до монтажника и купить эту арматуру. Пока поэтому так поставила. Ну, когда-нибудь куплю. Может, на следующий год я заранее все это сделаю. Да и будет как положено. А это все стоит, еще ничего не. Руки не доходят до этого, времени нету. Я же еще работаю. Вот капуста мегатон, вот такая вот она растет. Самая вот эта классная, это вот вьюга. Она уже просится садить ее, но у мамы нету времени. И томаты сегодня завяли, сегодня такой ветер. И как меня достали эти ветры, там еще томаты. Но вот эти, под эти томаты я буду готовить. Сломала я прищепку. Под эту буду я готовить. Парники я уже достала, поликарбонат. Сегодня ветер все летало. Вот, и я вот вчера вот приложила. Я возила землю, привезла сюда две тачки грунта. Привезла две тачки грунта там на поле, накопала. Хороший такой, хорошая земля. И чтобы она была теплая, я под низ еще сделала опилки. Опилки перемешала с землей и так вот сделала теплую грядочку. И на огород я посыпала тоже опилки. Хотела пригласить сегодня человека, чтобы он спахал, но он сегодня не может, поэтому, скорее всего, или завтра, или послезавтра, потому что картошку уже надо садить. Здесь у меня вовсю малинка вот эта ремонтантная. Не знаю, девочка, как называется. Я туда положила навоз, вот, который я привезла. Там рябиночка тоже зелененькая. Красота. Так, этот что там? Золотые шары еще не проснулись, еще сидят. Это яблоня, подарок маме, сентябринки. Красная смородина. Это яблоня еще спит. Розочка моя проснулась. Это желтая розочка, скорее всего. Проснулась, листики дала, все хорошо. Это я приготовила, уже вскопала. Под цветы будут. Будут тут садить цветы. Это, получается, черноплодная рябинка. Тоже проснулась, листики появились. Все замечательно. И это тоже проснулась смородинка. Здесь я посадила, уже говорила, чеснок. Поливаю, может быть, дождик будет, польет. Какой-то соседский кот бегает, следы поставлял. И вот эта яблонька еще спит. Но у нее понабухли почечки. Поэтому, я думаю, ей надо просто дождика. И она проснется. И все будет хорошо. Вот посыпала опилочками. И у меня тут вот так же сделала, отгородила маленечко. Если будет пахать, чтобы сюда не наехал. Просыпается вот моя яблоня рыжая золото. Здесь у меня лилии лезут в клубнике. Тоже надо заняться, один день посвятить. Оборвать все сухие усы. Вот это вот облепиха. Так, это получается как ее ирга. Вот эта роза. Надеюсь, она у меня отыпает. Ну, вот это вот не пустила еще почечек. Не открывается. Но я думаю, она пойдет. Я ее ошпарила снова кипятком. Помогаю ей. Так, это у меня что получается? Это у меня получается сакура. Тоже все хорошо. Лопатун. Спирея розовая. Вот. Жимолость цветет там. Там цветет смородина. Там все хорошо. Вот эту малину ремонтантную я обрезала. А до этой еще у меня... Ну, вот эту обрезала тоже маленько.
но сильно покололо руки. Поэтому мне там еще осталось. Я за 5 лет ни разу их не обрезала. Оказывается, надо было обрезать. Я не знала. Вот. И облепиха вот это еще или замерзла, или засохла, не знаю. Еще спит, еще не проснулась. Это дельфиниум. Это белая спирея, по-моему. Если я не ошибаюсь. Белая, по-моему. Маленькая. Тоже роза. Водичку приготовила. Надо сделать на скважине кран и налить сюда воды. А у меня руки не доходят это все делать. Надо в метр ехать. Сегодня зашла в магазин 1000 мелочей. Хотела это купить, вот этот переходник на кран, но его не было в продаже. Мне надо 25-й был, его не было. И у меня вот надо съездить в метр, потому что здесь нету. Набрала картошки на щи, вот досварю на вечер. Это мой подвальчик. Знакомьтесь, это мой подвальчик. И это мое барахло всякое. Здесь полно всего-всего. Всего-все, что надо. Я уже вот постелила укрывной. Высыпала картошку. У меня вот ведро розовое. И 3 ведра у меня такой желтый. Не знаю, как называется. Андрета, что ли. Постелила укрывной. И сейчас накрою ковром сверху. На пророст положила. Вот мне привезли стол. Вот такой. Я тоже его доделаю. Как-нибудь ножку туда сделаю, и будет столик. И что там еще? Что там еще? Там мята у меня сушится еще с лета. Надо ее набить подушечку. Это вот у меня эти, которые я купила в ванну. Это ванночка Мишуткина. Так не поднимается рука выбросить. Но она мне пригождается. Осенью я в ней мою огурцы на засолку замачиваю. Так что вот так вот здесь висят решетки. Стоят всякие штучки. Этот чистотел оберегает от злых духов. А здесь всякие там пакетики у меня. Что тут у меня? Пакетики для розжига. Пакетики. Это вот целый мешок апельсиновой, мандариновой кожуры. Я ее замачиваю, поливаю хвойные свои. Очень хорошо они любят. Здесь баночки я уже все помыла. Это укрывной у меня целый пакет. Перегной. Вот инструменты всякие, ковры, доски лежат, чтобы сухие были. Ну, все такое, все, что надо. Машины нету, поэтому использую пока как сарай, как кладовку. Ну, у меня здесь все удобрения стоят. Печка, которая вот сломалась. Вещи там, солома для малины стоит. Когда собачка была, я покупала для собачки. Стоит, когда-нибудь пригодится. Ну, вещи так лежат, которые не носим. Сетка для забора, лестница. Ну, такое все. Коляска Мишина. Вот. Сапоги мои резиновые. Холодильник, который вот тут был, когда мы дом купили, он был. Здесь у меня все стоит, все, что надо. Здесь растишки, которые надо посадить. Шкафы эти, которые мне дали. Ну, вот это все гладиолусы, гортензии. Еще рано садить, сказали, в июне, потому что у них листики сейчас могут сжечься. Хосты. Наконец-то я, блин, сказала, их не забыла. Так, это шпагат, георгины надо уже садить. Лилии, скорее всего, она мне уже зацветет здесь. Вот. Завтра еще вторник, может быть, посажу завтра. А эти буду ждать до июня. Так что такие дела. Такие дела, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо. И еще много семян, которые надо сеять в грунт. То есть не так вот. Ну все, пошла я, пойду варить щи. Да, сварю картошки. Ой, выйти отсюда. Сварю картошки, дочки, на завтра на обед взять. Лилии вот эти обрезала. Ну так что вот так все хорошо. Надо накрывать обязательно можжевельник, потому что вот солнце-то, и они, видите, жгут эти иголочки, они коричневеют. А надо, чтобы он зелененький был. Поэтому надо, у кого есть можжевельник, и вот температура такая сильно-сильно, ну, как бы жарко, надо обязательно накрывать. А то иголочки сгорят, веточки. Вот. Ну-ка посмотрим у нас.
Это Лили лезет или нет? Тут лезет только одуванчик, а Лилии не вижу я. И много-много этого подорожника. Вот. Не вижу я. Поэтому она где-то рядом с палочкой тут должна вылезти. Не знаю где. Вот какая-то лезет лилия. Вот это вот вылезла. Это многолетка такая, как этот, как колокольчиком она висит. Господи! Мусорки приехали. И вот лилия тоже, еще одна. И вот одна. Это, по-моему, дельфиниум многолетний. Вот она так, она поздно вылазит. Но она цветет огромными такими шапками. Огромными шапками белыми. Вот это, не знаю, что такое. Ползет у меня. Вот это что такое? Вот она кучерявится. Вот это такое. Похоже на мяту. Ну, что она тут делает, не знаю. Что это такое, не знаю. Короче. Вот это тоже не знаю, что такое. А, это многолетняя гвоздика, по-моему. И вот тут должно быть лилейник должен ползти. Но что-то еще пока не ползет. Вот, а тут у меня этот раскрывается папоротник. Говорят, он разрастается хорошо. Посмотрим. Очень много подорожника. Ух ты, ландыш даже здесь под елочкой вырос. Вот. А этот можжевельник, скорее всего, не прижился. Он весь высох. Он весь... Ну да, конечно. Ай, он колючий. Надо будет убрать. Надо просто его купить. Съездить в сады Сибири, там, на Фортуну. И купить, если будет. Так что такие дела, девочки. Ладно, всем всего доброго. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь своим видео, если вам это необходимо. Если нет, просто пишите комментарии. Всем буду рада, новым подписчикам, новым друзьям. Всем всего доброго. Пока-пока. До новых встреч.